Игорь звонил? Нет еще. А вчера звонил? Мамочка, ты меня уже несколько раз спрашиваешь, и я несколько раз отвечаю. Игорь звонит каждый день. И что говорит? Что любит. Кого? Нас. А подробнее? Волнуется. О чем? Ну, как твое настроение, здоровье. А ты всегда с ним только обо мне говоришь? Не только. А тебя он любит? Ну, разумеется. А ты его? Ну, конечно, мама. Не нравится мне все это. А по-моему, все прекрасно. А Дина куда пропала? Я ж тебе говорила, болеет. Чем? Я ж тебе говорила, легкая простуда. Вот, мне не нравится, что ты так легко относишься, потому что не растила. Каждая болезнь вначале кажется такой невинной, а закончится, может, чем угодно. Ребенок требует неусыпной бдительности. Мамочка, я ж тебе говорила, нет поводов для тревог, легкая простуда. Тогда что происходит с тобой? Может, хоть это мне объяснишь? Со мной все прекрасно. На, ты посмотри, какая елка, а? Тебе нравится? Ну, правда красиво, мам? Ничего мне не нравится. Ты что, думаешь, что я не знаю, почему ты тревожишься? Я все знаю. Ты со мной не искренне. Мне это обидно. Почему ты мне все время врешь? Да неужели я это заслуживаю? Мам, ты все-таки догадалась, да? Ну, конечно, слепому видно. Что? Прости меня, мам. Прости меня, я ж хотела как лучше. Да ладно. Слепому видно, что Дина не будет встречать с нами Новый год. Ну, ладно. Ну и ладно. Вот не повторяй моих ошибок. Не будем эгоистами. У нее своя молодая компания, и мы пожелаем ей, чтобы с ней случилось что-то очень счастливое. Вообще, все уладится. Вот увидишь, когда узнает она тебя поближе, она будет тебе замечательной дочерью. Я люблю тебя, мама. Тогда уходи от меня, поскорее, слышишь? Сейчас же уходи и не смей со мной пререкаться. Уходить мне? Куда? К Игорю. Я хочу, чтобы Новый год ты встречала с Игорем. Уходи. Я сейчас. Не хочу. Ты врешь, ты хочешь, ты просто боишься оставить меня одну. А я требую, я имею право. Это невозможно, мама. Танечка, девочка моя, ну я изо всех сил прошу тебя, уходи. Я прекрасно побуду одна. Я хочу, чтобы ты Новый год встречала с Игорем. Все. Ты хочешь лишить меня праздника? Ты хочешь, чтобы я всю ночь сидела, смотрела на тебя и расстраивалась? И думала, вдруг Игорь, пока мы тут сидим, встретит там другую женщину? Ведь Новый год, он располагает к неожиданностям. Нет, если он нас бросит, я этого не переживу, Танечка. Я не переживу. Пожалуйста, поезжай к нему. Я прекрасно обойдусь без тебя. Ну, пожалуйста, я буду представлять, как вы сидите, как молчите, как танцуете. Мне для счастья нужно одно, чтобы ты ушла. Ну, куда я пойду? Уже поздно. Господи, ну ты совсем одичала возле маминой юбки. Закажи такси. Да какое такси в новогоднюю ночь? Надо было заранее. Да ну еще 9, ты успеешь и на городском транспорте. На улице темно, сыро, промозгло. Господи, это люди спешат в предвкушении праздника. Люди доброжелательные, веселые. Ну что уж слякать, это под ногами. А над головой пролетает легкий белый снежок. Вот ты увидишь, твое настроение резко изменится, как только ты выйдешь на улицу. Мамочка, меня знобит, я, кажется, заболеваю. Укутайся потеплее. Ну, я не хочу никуда идти, мама. Тогда сделай это ради меня.
ты тут останешься одна? А, пустяки, я одна. Да со мной будут все мои любимые на полках. Хорошо, все. Я уступаю. Так, ты копаешься. Поторопись. Скорее. Я готова. Так. Подарок? Подарок? Боже мой, это же Новый год. Подарок? Ничего, Игорь. Ничего, я что-нибудь куплю по дороге. Как это Игорю что-нибудь? Ну, я придумаю что-нибудь, мама. Я, кажется, придумала. Что? Я вспоминаю, когда самый первый раз Игорь уходил от нас, он вбежал, как сумасшедший, и уставился на портрет Диккенса буквально горящим взором. И что это? Это неспроста. Наверняка Игорь, как и мы с тобой, обожает Диккенса. Мы подарим ему наш десятитомник. Ну, не тащить же мне с тобой все 10 томов. Ну, не такой уж он и тяжелый. Ну, пожалуйста, Танечка, не ленись. Это будет прекрасный подарок, который о многом намекнет Игорю. А как же мы с тобой без Диккенса? Да куда твой Диккенс денется? Вы поженитесь, и Диккенс снова станет на те же полки. Ну, иди, я тебя поцелую. Иди, все. Ой, ну, а что такое? А что это за вид? Почему ты такая? А ну-ка улыбнись. Вот и умница. Ой, как я рад. Господи, как я счастлива, что ты уходишь от меня в эту новогоднюю ночь. Мамочка, я желаю тебе счастья, здоровья. И долгих-долгих лет жизни. Ой, каких уж там долгих. Я долго не протяну. Год от силы. Мам, я останусь с тобой. Ни за что! А ну-ка, Игорю привет! Никому не дано это знать, и никому, никого.
мама, не бывало такого беда. Был здесь еще пошкарелый пан Сиклер, приятель Тимошкина отра. И так внимательно была сестра Сиблинкина отра к мисле Криви. А сам Сиблинкин отра так весь. Ну, позвоните еще! Забавно, что они одни могли составить приятнейшую компанию. Я же дошла! И здесь была миссис Никли. Боже, я не такая величественная, довольная. Начинается новый завет, новые старты кого-то зовут, новые песни кому-то поют. Все это было и будет не раз, все повторится, но только без нас. После 20-й кончается век, и начинается новый завет. Не подходите, буду кричать. С Новым годом! С новым счастьем! Из дома выгнали, что ли? Из-за меня, что ли? Да не пугайтесь, вы что, не узнаете? Это ж я, Дина. О, дочь ваша! Меня к вам потянуло. Новый год, думала, и вы, думала, не выгоните. А вас, вон, вижу, саму выгнали с вещами. Дина. Ой, а вы что, в самом деле подумали, что не тормоз, да? Ай, как я вас, Дина. Ой, как я рада. Ой, Танечка. Ну, как здорово. С Новым годом. С Новым годом, Танечка. С новым счастьем. С новым счастьем. Как вы все остроумно придумали. Дед Мороз на костылях. Настоящий Дед Мороз. 100 лет назад у нас в гостях был Дед Мороз. 100 лет назад у нас в гостях был Дед Мороз. Костыли тоже настоящие. Настоящие костыли? Что с вами делать? Боженька наказал. А конкретнее? Я же говорю, Боженька наказал. Ну как это, вот так лично явился и наказал? Ну не лично, но наказал. Боженька за вас. Простите меня, Таня, простите. Я ведь тогда, когда ваши драгоценности схватила, же чумела. О, думаю, на всю жизнь обеспечена. Теперь к ним, ну, в смысле к вам, не ногой еще передумают. И я от вас, как угорелая, по этим лестницам, чтоб не вернули, не окликнули. А внизу поскользнулась, упала, очнулся гипс. Перелом на обе ноги. Таня, раньше за воровство руки оттяпывали, теперь, видимо, Боженька на ноги карает. Танечка, а ваши драгоценности я принесла. Я раньше не могла, ногами кверху отлеживалась. Простите меня. Простите меня, Танечка. Простите. Вы знаете, ведь моим родителям и вправду было на меня наплевать. Яблоко не купили. А вы сразу любимой Диночке фамильные драгоценности. У любого аж крыша поедет. Танечка, я эти драгоценности как-нибудь у вас на денечек возьму, хорошо? Увешусь и встану в своем овощном. Крыши поползут, заведу сейчас зависть окатеть. Диночка, какая вы умница, какая радость, что ты пришла. Ну что, пойдем в дом бабушку обратно. Пойдем. Ой, какая бабушка? Я не иначе как сумасшедшая. Что такое? Ну что я вытворяю? Ну мне 50 лет, ну что я вытворяю? 50, Таня! Да злейший враг не даст вам больше 47. Таня, нашей заведующей 55, как она и говорит, что ей 53. А у нее целых 3 любовника. Таня, я здоровьем клянусь, 3. Таня, я вас не утешаю. Я их лично всех знаю. Значит так, наш грузчик Гришка, раз, он там всегда, когда напьется, всем заявляет, я заведующий любовник. Потом пенсионер за ней приезжает на автомобиле, на инвалидном. И Ризур. Тот появляется только когда проверка, боже. А по внешности это Кикимора заведующая подметки, вам не годится 50. Там только гулять да гулять, самая пора. Ну, она ж думает, что вы ее бабушка. Чего? Что ты ее внучка. Так, знаете что, Таня? Запутали. Значит так, вот что я вам хочу сказать. Мне с вами поговорить надо, так надо прям говорить. Ночь впереди.
Ну что, пойдем будем вместе признаваться? Таня, вы что у меня? Таня! Я голова кругом. С ума сошли признаваться? Вы что, хотите свою матушку в празднике на тот свет откинуть? Она же дитя сущее. Да. И деньги, которые мне за вранье дали, отдать не могу, потратила. О, о деньгах вы не волнуйтесь, это не важно. Не, ну, святые люди. Деньги не важно. Фамильная драгоценность нафиг, Диночка, только возьми. Дина, ну как же быть? Ну она же думает, что ты ее внучка. Ну, а мои предки точно знали, что я их дочка, а что я от них видела? По головке не погладили, Танечка. Не лишайте меня бабушки. Она у меня единственная. У меня кроме никого, только она одна. Тогда так. На ты. И мама. И не сбиваться только. Усвоила? Да легко! И вставай с души! Будем крепиться! Домой! Вперед! Где мама? Вышла, наверное. Она так везде. Да она 10 лет сама не ходит. Выхвали! Сейчас такое время все продут. Да я двери не отвечала. Живой на небесах взяли. Ну, конечно. После того, как она мне ванильные драгоценности отдала, ничего больше не удивляюсь. Мама! Мама! Ой, Таня, пойди, кричи. Боже мой! Как ты тут очутилась? Что с тобой? Таня, Таня, как ты, как ты сюда попала? Подожди, кто с тобой? Кто это? Я старик Мороз из лета! С бородой из серебра! Как всегда здоровый и весел! С новыми годами, тетворя! Кто это? Это же наша Диночка, твоя внученька! Захотела тебя удивить. Внучи! Я веселый Дед Мороз! Я подарки вам принес! Ай! 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 Как остроумно придумал. Дед Мороз на костылях. Это очень смешно. Никогда такого не было. А что это значит? Да переломы же на обеих ногах, бабуль, ты чего? Вот это легкое осложнение. Вот это вот легкое осложнение. Легкая простуда. Простуда? Ну, мамочка, пойдем-ка на свое место. Давай-ка я тебе помогу. Я сама. Ой, бабуля, ты чего это? Ничего, я сама. Держись-ка за меня. Держись за меня, вопрись. Нет. Ты только меня постракуй, а ты отойди, чтобы я тебя, не дай бог, не ударила. Сейчас плацдарм отложу. Бабуля, ты даешь. Давай, давай, Ничего, попрись на меня. Нет, нет. Я тебя прошу. Нет уж. Нет, ни за что не упаду. Ни за что не упаду. Когда только-только начинается счастливая жизнь. Достаточно, давай, держись за меня. Верни, я прошу тебя, нет, мама, не надо. Нет, стиживаться не придется при такой-то семье. Сколько забот будет. Тихонько. О! Веселые яркие.
и снова куда-нибудь пойду. Пойдешь. Новый год все-таки. Бабочки, лето тебе. Ой, мама. Фотоаппарат. Будем фотографироваться, семейный альбом создавать. Ой, да я же когда-то умела, а теперь не умею. Ночь впереди. Научу, мамуля. Да? А я тебе надень. Мамуль. Все деньги, которые у меня были, на это платье упухало. И фамилиях нацепи побольше. Ой, да ты что, Дина? Я стара для такого платья. А стара, отдай ребенку, пусть носит. Так, мамуля, надень. Днем ты сразу помолодеешь, держи. Да надень, надень, Татьяна. Все равно тебя никто в нем не увидит. А я надену. Правильно. А мы сейчас вторую елочку подключим. Вот. Праздника. Чем больше, тем лучше. Побудем. Хорошо посидим втроем. Вот ты знаешь, я ведь когда-то умела. Я деда твоего фотографировала. Какого деда? Твоего. У нас много фотографий. Да что ж молчала, ты, бабуля? Пожалуйста, ну-ка смотри. Смотри, пожалуйста. Ой! А кто такой голубенький? Ой, это моя мама, лауреат Сталинской премии. Нормальный кот. Да. Бабуленька, это кто? Это Танечка на уборке картофеля. А вот это она молоденькая на лыжах, это она где такая? Где? Ага. Наверное, в Воркуте. У Игоря? Да. Ой, боже мой, ой, боже, кто это такая? А ну, ой, давай, колись, ты чаша, колись. Ну, я. Моя, ты съели. Я. Ну, да. Где это ты такая? Это я в доме отдыха Красный партизан. Бабуль, эш, Бриджит Бардо, вся в меня. А это Дедулькин? Да. Классный мужик. Не дожил, бедный. Угу. Не увидел тебя, красавица. Бабуля, а ты была права. Подбородок у меня твой... Брови его, а вот лоб у меня лауреата Сталинской премии. Да? Да, вообще-то, конечно, в этой технике мало что изменилось. Ой! О, не пугайте, бабулькин, это вспышка. Да? Да. Ну зачем? Ну зачем ты меня с бородой сняла? Зачем? А она сняла уже? Она уже с него, да. Ой, боже мой. Боженька, Танечка, царевна лебедь! Боженька, да? Танюш. Боже мой! Танечка. Хозяйка Медной горы! Танечка. Мамочка! Какая плотненькая! Молодчина, вот и моя шкатулочка! Так, Игорь придет? Позвонит! Мамуля, ты как-нибудь ко мне в этом платьице в овощной заскочила? А я не дверь до своей хозяйки брошу. Это моя мама пришла с морковкой. Пусть к твоему приходу готовим. Ну-ка, Танечка, ну-ка, встань. Вот, да-да-да. Господи, две елочки. Ай, какая красота. Вот это удивиться, родня. Нет, мне интересно одну. Да, девочки, ко мне. Рядом с мамой. Ладно, я украшу. Давай. Танечка, а ты улыбайся. Улыбайся, Танечка. А то у тебя такие глаза вытаращенные, как у царевной лягушки. А теперь уходи. Куда? Значит, куда ты маму гонишь? К отцу твоему. Уходи. Уходи, к Игорю. Мамочка, ну куда я пойду? Ну Новый год вот-вот на штуке. А тем более, так ты не тяни время, а ножками. Бабуля, скорее. Бабуля, за мужиками бегать последнее дело. Да. Ты за ним, он от тебя. Да. Нужно, чтоб ты от него, тогда он за тобой, у них такой рефлекс. Ну не вмешивайся, когда старшие разговаривают. Ладно, да, я подчиняюсь. Иди. Тут все, мы тут погуляем вместе с Диночкой. Давай, да, это, Дикинса не забудь! Здравствуйте. Здравствуйте, ежик. Нет, Игоря здесь нет. Нет, не придет. Нет, сюда он точно не придет. Так что, если он придет к вам, пожалуйста, передайте ему мои поздравления. Нет, сюда он точно не придет. С Новым годом, с новым счастьем. Доброго.
Ты что? Ты еще не ушла? А что, мамочка, ты передумала? Ты хочешь со мной? Ни за что! Бабуля, это ошибка! Это роковая ошибка! Не вмешивайся! Ну не вмешивайся, когда старшие разговаривают! Ладно, не ссорьтесь! Лучше веселитесь! Мамочка, я желаю тебе счастья, здоровья и долгих-долгих лет жизни! Ой, где уж там долгих? Год-два от всего! С Новым годом, с новым счастьем. Спасибо тебе. Значит так, стой там же, никуда не уходи, поняла? Поняла. Давай. Подарок! Подарок не забудь! Ну-ка, бабулькин, будем старый год провожать. Ох, гулять я буду. Ой, я буду гулять. Ну и напьюсь же я. Вот это правильно. Так, капни мне в морс водочки. Сейчас. Так. А ты себе немного наливаешь? Да не беспокойся, бабуля, хватит! Я с тобой достаточно принесла. Ты что, много пьешь? Ты вообще не пью сама по себе. Ну, сегодня ж пить надо. Ну, давай. Да, старый год! Будь он проклят! Пропади он пропадом. Ура! Ура! Ну, бабуля, все, и водку сразу уношу, чтоб не нервничала. Ну как ты здесь, ма? О, ничего, немного одиноко, но вышли меня с вами. Ну что, подвинься, давай, проводим старый год, держи. Да ты что, ну что это мы так вот будем пить здесь прямо на лестнице? Ну, мам, лучше ж пить на лестнице, чем не пить вообще. Это же очевидно всем. Дин, ну что вы так без закуски? Мама, ну не все сразу, ну закуску я потом вынесу. Главное выпить, ну? За старый год. Будь он проклят. Ура. Поговорить нужно, баба. Ура. Ой, боже, мама. Мам, мелкими глотками не пей, понимаешь, ты быстро пьянеешь. А тебе пить всю ночь. Напьешься и будешь тут валяться пьяная в бриллиантах на лестнице. Быстренько еще по одной не пить. Ой, Диночка, мне уже хватит алкоголя. Мамочка, тебе надо пить, а то простудишься. Давай, закрывай глаза, чтобы ее проклятую не видеть, и пей. А сама-то я беременна. А мужа не предвидится, вообще мне 30. Как быть? Закрывай глаза. Пей. Пей, 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 пей. Много Дедов Морозов уже два. Коллега подошел. Давай еще по одной. А ты давай. Горла дуй. Пошли. Ура. Его знаешь? Его, конечно. И кто же он? Дед Мороз. Ясно. Позвольте вас елочку отщипнуть. Мамулькин, мамулькин, давай-ка занюхай елочкой, а то пьешь. Дина, Дина, куда пропала? Никита, меня зовут? Вы тут не скучайте, потом выскочу к вам с шампанским. Пригласите, пригласите, пригласите даму танцевать. Все события прочь долой, бому танца с головой. Молодой человек, пригласите танцевать. Пригласить, пригласить, пригласить. Бабуль, ну чё разбегалась, ну ты? Ну, сидела 10 лет, что разбегалась? Господи, ну я волновалась, ну куда ты пропала? Ты в туалет выходила. В туалет же в другой стороне. А, так я ж на улицу. Понимаешь, я... Понимаешь,
я привыкла в своем поселке. Я вот сейчас уже 25 лет в городе, а отвыкнуть не могу. Вот такие дела. На улицу, ну такая привычка у меня. Вы решили Новый год здесь встретить? Да. А почему это вас не устраивает? Да нет, нет. Мне в принципе нравится. А можно я Новый год встречу с вами? А зачем мне два Деда Мороза? У меня два, где-то, может быть, не хватает. Ну да. Понимаю, понимаю. Черт возьми, шутка не удалась. Ну что вы здесь стриптиз устраиваете? Был Дед Мороз, а стал клоун. Я хочу извиниться перед вами. Не волнуйтесь, я сразу уйду. Все. Ну вот. Был клоун, а стал Игорь. Я виноват перед вами. Это вы о пощечине? Не извиняйтесь. Мне до вас никто не давал пощечин. Ваша пощечина — мое самое лучшее воспоминание. А что это вы так на меня смотрите? Я пьяная? Я пьяная? Я пьяная? Ну, пьяная. Имею право. Новый год. Осуждаете? Да нет, нет. Восхищаюсь. Вы потрясающе красивы. Я думал, со мной уже никогда такого не будет. Между прочим, вам звонила ежик. Ежик просила передать вам привет. Это вы намекаете, что я должен уйти? Да ни на что я не намекаю. Меня просто просили передать привет, вот я и передала. А у меня для вас подарок. А у меня для вас тоже, да. Будьте добры, дайте мне свою правую руку. Пожалуйста. Не дам. Ну, пожалуйста, дайте. А вам зачем? Дайте мне правую руку. Ой, где же моя правая рука? Ой, а где сердце? Сердце, вот. А, значит, вот правая рука. Вот она определилась. Ну, зачем вам? Дайте, дайте. Колечко. Я волновался, может быть, оно вам не подойдет или не понравится. Ну почему же не подойдет? Подошло. Не нравится. Что это с вами? Да нет, со мной ничего. Счастье. С новым счастьем! С новым счастьем! Ой! Ой, я на вас не смотрю! Я ничего не вижу! Сейчас только шампанского на троих хватим! И снова к бабульке! Ой! Это ж папочка! Да! С Новым годом, папочка! Новым годом! С новым счастьем! А что мы здесь стоим? Новый год — семейный праздник, его надо в доме встречать или на лестнице. Действительно, а что вы здесь стоите? Ну, правильно, постояли, можем дальше идти. Ступайте в дом! А, так вы приглашаете. Подарок не забудьте. Можно я посмотрю? И я посмотрю. Слушай, тяжелое. Ну что за люди? Все готовы раздать, вот блин. От меня! Опять Диккенс! От меня, от мамы и вот. От Диночки! Дина, ну Дина, Дина, куда ты опять пропала? Ведь туалет же налево! Кремлюсь к тебе, бабуля! Бабушка, родненькая, ну что ты раскрывалась? Ну побереги себя, сынок!
Здрасте! С Новым годом! Иди сюда. Так? Две елки! Два Деда Мороза! Вот! Вот это да! Вот! Вот родня удивится! Танечка! А что я тебе говорила насчет Диккенса? Бабушка, я же просила тебя, что ты мелешь? Давай трогай, Таня, почему ты еще здесь? Почему ты до сих пор не ушла? Почему ты не ушла? Ты должна быть, строго давай. Строго. Софья Ивановна, с Новым годом, с новым счастьем. В кадре жених и невеста. Иди сюда. В кадре семья. Бабуля, падай сюда! А я беременна! Рожать или не рожать? Вот в чем вопрос! У меня будет правнучка! Только рожать! А мы с папой тебе поможем! Да, поедешь ко мне на дачу, будешь там растить ребенка! Господи, их дача такая далища, ни леса, ни речки! Софья Ивановна, не надо, не надо! Нет, но я поеду с тобой! А я вас там не стеснёшь? Да там полно места! А как с магазинами? Отоваришься! Ладно! Я родилась в посёлке, выросла в посёлке. Как-нибудь выживу и приспособлюсь на вашей даче. Не сомневаюсь! Меня теперь ничем не испугаешь. Давай-давай, все вместе! Приготовились! Сколько всего произошло, пока я умирала. Бабушка, родненький, я люблю тебя. Ой, Диночка, вот мне не хотелось бы тебя расстраивать, так. Но у меня предчувствие, что мне недолго осталось быть. Ой, бабуля, мама, ну мама, мама, пожалуйста. Нет, нет. Пора, пора, не уговаривайте. Еще 2-3 года. И все. Я смерти. Смерти я не боюсь. А вот одно меня тревожит. У ребенка должен быть отец. Ну? Если бы хоть представление имела, кто это может быть? Ну. А на свете полно матерей-одиночек. Ой, ничего я не хочу слышать. Все это глупости. Вот Диночка, такая чудная девочка. Она такая ласковая. Такая умная, такая интеллигентная. Но ничто меня не успокоит, пока у ребенка не будет отца. Софья Ивановна, вот дам балансовый отчет и увезу вас на дачу, там все и решите. Зимой на даче. А на даче лето. Ожидаем нынче большой урожай апельсинов. От апельсинов может быть диатез. А мы посеем с Диночкой морковочку, петрушечку, укропчик. Что, пора собираться? Да. А что нам там понадобится в первую очередь? Дик!